Вот сейчас зашел на платформу с работы пораньше, а то вышел на 10 минут, потому что в 58 у меня электричка. Вышел без 10 минут, ну, минуту оделся пока, резал. Ну, в конце рабочего дня мы это режем ценники. Особенно много их, когда акции всякие, там скидки и прочее. Их очень много, там 500-700 листов где-то. Даже, может быть, 1000 листов. Ценники врезаешь. Вот, электричка подъехала на 58, 21-58. Следующая электричка через 40-50 минут где-то. Да, через 50 минут, ну почти через час, можно сказать. Это последняя, то есть электричка, то есть если я на нее не успеваю. Если на нее не успеваю, то следующая через час почти. Фу, тут, блин. Капец, люди спят. Следующая остановка Заря. Беседа вообще. Вот что я купил. 7 рублей 90 копеек. Ну, может, 5-8 рублей без 10 копеек. Такая фигня вкусная. Это у нас в Магните. Вчера там, а нет, позавчера, когда я вот 2 дня работал, перед 2 днями, которые отдыхал, вот 2 дня я отдыхал, и перед этим отдыхом 2 дня работал. Я первый день взял на 500 рублей почти, и второй день на 400 с чем-то взял. В общем, за 2 дня я 1000 рублей потратил. Нормально. А вот этот раз решил взять вот такой попробовать. 7 рублей 90 копеек в Магните. Ну, коротенько, маленько. А большая стоит там 55 рублей, что ли. Ну, там еще есть с разными, с орехами и прочее, там еще дороже стоит. Вообще это верно. Сейчас в железку еду. Автобусы со станции последние в 23.30 ходят. 23.30 последний автобус. 23.00 и в 23.30 самый последний, это уже автобус идет. Не маршрутка, а автобус. Попробуем. Наверное, с пластинкой даже. Понятно. Очень вкусная фигня. Сегодня у нас 24 сентября 2019 год. Московское время 22.01. Мне до станции идти 3-4 минуты где-то. Пока дорогу перейти. Пока на платформу подняться. Поэтому если хотя бы за 10 минут выходить, то нормально. Если раньше не получается, то все. Ближайшие 22.45, по-моему, там где-то. Следующая остановка — черная. Угу. Осторожно, двери закрываются. Угу.
Папина ветка моя. Я в Купавне работаю. Одна сына, вторая и на третья. А кто-то вообще в Гисино работает. Или в Фрязино работает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. Не забывайте писать свои комментарии, свои предложения. Ого, нормально. Соседний состав, наверное, едет. Ладно, все, всем до скорого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. Пишите свои комментарии. До скорого. Приеду, может быть, если время будет, буду монтировать. Не будет время, то откладывается на завтра. Хотя завтра у меня тоже рабочий день последний, потом 2 дня выходного. Вот выходные дни, может быть, если найду время свободное, может, смонтирую. Поехали. Следующая остановка железнодорожная. Двери закрываются. Нормально. Всем до скорого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. Пишите свои комментарии. Наверное, в этот раз точно до скорого. А, мне сейчас на автобус еще садиться ехать. Надо мелочь посчитать. Мне там мелочь где-то завалялась. 45 рублей найти надо. Там что-то мелочи есть.